Прекрасную няню перевели из реанимации в обычную палату. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие этого Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентки продолжают оказывать необходимое лечение, говорится в сообщении. Отмечается, что 18 сентября, вечером, после того, как Анастасия пришла в себя, ее родственники принесли в палату пакет важных документов. Анастасия сейчас находится в частной элитной клинике в центре Москвы. Ее болезнь вызвала пристальное внимание репортеров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. После этого сотрудники больницы выставили круглосуточную охрану на этаже и отдельно, около палаты, где лежит Анастасия. Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Хотя в СМИ появлялась информация о том, что актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние актрисы как тяжелое.